На России сегодня сказали дословно следующее. Но вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят. Ну это вот в твиттере Маргариты Симонян, но я так понимаю, что этот твит-то старый, это какого, 12-го и 11-го года, что это уже она говорила, и ничего не изменилось. Самое смешное, что Маргариту Симонян и всех там Киселевых и всех остальных повесят не только фашисты. Она что-то загналась, она какие фашисты-то? Повесят все вообще, кто не путинские. Ну, по-другому-то как? Безусловно. То есть, да. Этих повесят, наберут новых Киселевых, которые будут там втирать народу что-то. Блядь. А этих обязательно надо повесить, куда деваться. Таковы правила игры, Маргарита. Таков сценарий, понимаешь, это вечный сценарий мира, и никуда не денешься.